Здравствуйте! Вас приветствует агентство «Казахзерно». Сегодня мы поговорим коротко о главном. И тема нашей программы – оборотные капиталы кредитования сельхозтоваропроизводителей. Чтобы обеспечить свой производственный цикл и необходимые инвестиции в технику, производственные объекты и технологии, фермерам необходим оборотный капитал в достаточном объеме. При недостатке собственных средств они, естественно, вынуждены обращаться в банки. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по корпоративному бизнесу филиала дочернего предприятия акционерного общества «Сбербанк» Иван Сидорович Терлецкий. Здравствуйте, Иван Сидорович. Добрый день. И первый вопрос у меня к вам. Какие требования при рассмотрении заявок вы выставляете крестьянам в качестве самых обязательных? И в каких случаях вы оказываете в рассмотрении заявок, либо их не удовлетворяете? Требований у банков очень много, но из основных требований это, конечно, стабильное финансовое состояние, ликвидный залог обеспечения, будь то недвижимость, будь то товары в обороте, будь то оборудование, ну и, конечно, целесообразность самого проекта финансирования. Если это пополнение оборотного капитала, то есть какая целесообразность в этом, к чему это приведет, увеличение производительности. Если это приобретение специализированной техники, то же самое, это влечет увеличение объемов производства, либо же сказывается на эффективности производства. Вот эти три момента основные, все остальное это рассматривается индивидуально, конечно. Обязательно ли при выдаче кредита наличие у заемщика ликвидного имущества? Наличие залога обязательно во всех случаях, если это не касается таких продуктов, как овердрафт, где предусмотрено беззалоговое финансирование, смотрятся только обороты по счетам заемщика, чтобы они были стабильны, диверсификация контрагентов. Также есть такой продукт, как контрактное финансирование, когда в залог берут право требования по контракту, поступающему в будущем. Вот за исключением этих продуктов требования по залогу являются обязательным. Требования по залогу каких-то специализированных для субъектов АПК нет. Они стандартные для всех заемщиков. Залоговое обеспечение должно быть ликвидное, должно быть в нормальном рабочем состоянии. Если это объект недвижимости, это производственная база, она, конечно, должна эксплуатироваться, функционировать, а не быть в каком-то заброшенном состоянии. Отказывается в тех случаях, когда срабатывают стоп-факторы. Стоп-факторы, ну, к примеру, можно отнести отрицательная кредитная история, либо непогашенная судимость, либо юридическая служба нашла какие-то замечания по залоговому обеспечению, а заемщик категорически отказывается их устранять. Ну, вот, наверное, в этих случаях. А что может быть рассмотрено в качестве залога и что не рассматривается категорически? В качестве залога рассматривается все, начиная от недвижимости, заканчивая товарами в обороте и право требования по контракту. Категорически, наверное, не рассматривается, ну, в качестве примера, техника, которая вышла из строя, да, старая сельхозтехника. В качестве основного обеспечения не рассматриваются зерновые расписки или продукция сельхозтоваропроизводителей. В качестве дополнительного залога или морального какого-то залога, конечно, рассматривается. То есть в купе можно рассмотреть, чтобы это была и недвижимость, товары в обороте, и техника. Опять же, при проблемах с залогом и обеспечением сельхозпроизводители могут обратиться в фонд дому, взять гарантию фонда. Иван Сидорович, скажите, пожалуйста, какова средняя ставка банковского вознаграждения в год? Средняя ставка коммерческая, она в районе, наверное, 14-15% годовых. А если мы сейчас говорим о сельхозпроизводителе, то все они находятся в сельской местности, они все подходят под программу регионального развития, то есть 10% субсидирования для них предусмотрено. Если ставка будет 15% среднерыночная, то 10% субсидирования, конечная ставка на заемщика будет в районе 4-5%. Угу. А от каких обстоятельств она зависит в большей мере, то есть это от необходимости обеспечить доходность банка, от высоких рисков, инфляции или изменчивости курса тенге? Ну, от всех вышеперечисленных факторов она, безусловно, зависит. Прежде всего, она зависит от базовой ставки Национального банка, которая за последние 6 месяцев, она хоть и изменилась незначительно, сейчас она составляет 10,25. Банки, безусловно, отталкиваются от нее. И депозиты, и кредиты зависят от этой ставки. Если банк привлекает депозиты, к примеру, по 10-12%, то он не может размещать кредиты под ставку ниже. Он должен в любом случае зарабатывать. То есть банк такая же коммерческая структура. И, конечно же, ставка по кредитам, она зависит от наличия свободной ликвидности и кредитной политики банка. Насколько высоки риски при кредитовании именно крестьян?
Я бы не сказал, что риски кредитования крестьян высоки по сравнению с другими отраслями. То есть высокий риск он есть везде, и в торговле, и в сфере услуг, и в у сельхозтоваропроизводителей. Здесь нужно просто взвешенно подходить к каждому проекту индивидуально. А каков процент невозвращенных долгов и что вы предпринимаете, допустим, в случае несвоевременного погашения долга? Ну, процент по нашему региону, если говорить за Северо-Казахстанскую область, у нас процент невозвратных долгов очень низкий, порядка там даже в пределах 1%, можно сказать. У нас позиция такая, что мы сначала заемщикам пытаемся заблаговременно найти пути выхода. Насколько перспективна для банковского сектора отрасль АПК как объект кредитования и, в частности, мелкий и средний сельскохозяйственный бизнес? Я думаю, очень перспективно. Во-первых, государство активно поддерживает посредством всяческих госпрограмм. Это и субсидирование операционных затрат, субсидирование на урожай, субсидирование на реализацию продукции, субсидирование ГСМ, гербициды, пестициды. И, во-вторых, это специализированные программы уже субсидирования кредитования. Поэтому рентабельность там возрастает, и банкам это очень интересно. А насколько в вашей деятельности и, по вашему мнению, высока конкуренция за перспективных клиентов? Конкуренция, безусловно, очень высока, потому что не так много у нас клиентов крупных, средних, да, которые соблюдают все требования банка, у которых есть и стабильное финансовое состояние, и нормальное залоговое обеспечение, при этом безупречная кредитная история, потому что в период кризиса у многих, особенно сельхозпроизводителей, были просрочки. Банков немного, поэтому все банки порой жестко конкурируют между собой, но это, конечно, плюс для заемщиков конечных. При этом, если смотреть на масштабы кредитования нашего региона, то у нас самый маленький судный портфель в целом по Казахстану, то есть он в районе там, 33 миллиардов тенге. Сравнивая с той же Акмолинской областью, там в 3 раза больше. Поэтому объемы не такие большие, клиентов не так много, и банки очень сильно конкурируют. Но, опять же, это плюс для клиентов. А какие банки именно второго уровня могут составлять вам конкуренцию? Все банки. Благодарим за предоставленную информацию заместителя директора по корпоративному бизнесу филиала дочернего предприятия акционерного общества «Сбербанк» Ивана Сидоровича Терлецкого. Также агентство «Казахзерно» выпустило книгу «Особенности земледелия Северного Казахстана». Все подробности по телефону 42 78 28.